И к другим новостям. На должность главы Объединенной судостроительной корпорации может претендовать бывший министр транспорта Игорь Левитин. Напомним, на днях предыдущий глава ОСК Андрей Дьячков был снят с должности. По неофициальной информации, на место президента Объединенной судостроительной корпорации претендует как минимум 4 персоны. В пользу экс-министра транспорта Игоря Левитина говорит большой опыт административной работы. Среди кандидатов также директор департамента судостроительной промышленности Минпромторга Леонид Стругов, бывший депутат Государственной думы Сергей Шишкарев и Иван Харченко, заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.